Скажем еще раз слава нашему Господу, дорогое собрание народа Божия. Он искупил нас своей драгоценной кровью. Постоянно должны благодарить за это. Нас хор призывал. В последнее время люди, думайте, призывал. И группа нам пропела, что такие там были слова, что вот уже к закату жизни движется, а ты не знаешь, куда идешь. Да, бывает так. Что человек идет по такому пути, в конце которого он совсем не ожидает, что он там окажется. Давайте будем слушать Слово Божие, вникать в Него. Я призываю вас, дорогие друзья, быть внимательным к Слову Божию, хотя прочитаю первое место, это Матфея 23:8, один стишок. «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель Христос. Все же мы братья». Это слово я читаю не вам, это в первую очередь читаю себе. Я никого не собираюсь учить из-за этого места. Мы просто по-братски будем читать Слово Божие, рассуждать над ним. Читаю следующее место Священного Писания, которое уже брат Петр начал, один стих прочитал. Я хочу продолжить немножко это место. Евангелие Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего, продолжая дальше, в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». И вот здесь важен такой момент. Смотрите, уже осужден. В чем же суд? Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Свет пришел в мир, открыл все тайное, что было скрыто. И люди что, бегут на свет? Нет, увы, они тьму возлюбили, потому что дела злы. Дорогие друзья, братья и сестры, давайте, чтобы с нами еще чуть в этом месте, чтобы более раскрыть, последнее суд же состоит в том, я хочу известнейшее место прочитать Священное Писание, которое мы не однажды слышали. Это 16 глава Евангелиста Луки с 19 стиха. Все мы очень часто слышим. Многие говорят, что эта притча здесь не сказана. Например, если перевернуть страничку и прочитать с 15 главы 2-м, 3-м стишком, там пишет, но он сказал им следующую притчу. Христос, но он сказал, здесь написано такие слова. Некоторый человек был богат. То есть, сопоставимо с истиной в прошедшем времени, будущего и настоящего. То есть, настоящего и будущего. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и в сон. И каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпях. И желал напитаться крошками, падающим со стола богача. И псы приходя лизали с трупья его. Умер нищий, и отнесен был ангелом на лоно Авраама. Умер и богач, и похоронили его. И возопив, сказал, отче Аврааме, умилосердись, похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И возопив, сказал, «Отче Авраам, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазар злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И свертого между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти сюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он, так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Запомним эти слова. Пусть засвидетельствует им, чтобы они не были приведены сюда. Пришли в это место мучения. Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их.
Он же сказал: «Нет, отче, Авраамины, если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Христос воскрес, многие поверили. Братья и сестры, здесь много, несколько мест, которых просто фундаментальные. Такое твердое основание есть, которое не подвинуть просто. Мы на них обратим внимание. Люди часто не обращают на это внимания. Смотрите, что здесь прежде я читал в Евангелии Иоанна. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет». Бог не судит никого, смотрите. «Суд же состоит в том, что свет пришел, но люди более возлюбили тьму». История очень трагическая. Богач не попал в то место, потому что он был богат. Многие люди бывают и богатыми. Но здесь акцентируется на том, дальше мы немножко рассмотрим, что он не слушал, не соблюдал и ничего не имел с Господом. Он Моисея, он пишет, сам же говорит, что не послушает Моисея и пророков. Это он о себе так и знал, что его братья. Вот поэтому так же и Лазар. Он не был вознесен ангелом на лоно Авраама за то, что он был нищий. То, что его взяли ангелы, свидетельство о том, что он был человек Божий. Почему он оказался в таких обстоятельствах, Слово Божие умалчивает? Но он нуждался, он ничего не просил. Он просто доволен, достоин хотя бы попитаться крохами с тех, что падают. Не роптал крохами. Это две. Попали они, один и другой, в те места совершенно разными путями, оказывается. Смотрите, был взят ангелами, когда умер. А богач, вот интересно еще раз, а богач засвидетельствовал там, что и они не пришли в это место учения, сам пришел. Вот это важно. Смотрите, не сказал, приведут или что, но путь их, который они сейчас живут на земле, таков, что они придут сюда. И я пришел. Вот в чем Бог не судит. Мои дорогие друзья, братья и сестры, грех твой найдет тебя, он приведет тебя туда. Вот в чем важно. А здесь написано, что возлюбил Бог мир, отдал Сына Своего родного, дабы всякий верующий в Него не погиб. То есть, свет пришел, а люди прячутся во тьму, потому что дела их злы. И никакого оправдания не будет, он даже здесь не оправдывается. Смотрите, богач ничего не говорит в своем оправдании. Он просит только, что хотя бы прохладил уста. Он не просится, что пошли меня на немножечко, хотя бы я им сосвидетельствую. Нет, нет. По своим поступкам он понял. Потому что, говорит, не покаются. Если мертвых, говорит, кто придет к ним, то, может, они покаются. А так они не раскаются. Он не раскаялся. И еще о Лазаре возвратимся немножечко. Господь часто посылает и в нашу жизнь Лазарей. Может, мы их не замечаем. Смотрите, этот бедный человек, попавший в боли и обстоятельства, это он был у ворот, и лежал постоянно. Он его не видел всю жизнь и сразу узнал. Когда уже на лоне он увидел, значит, он видел его каждый день, но никакого внимания. Ничего не тронуло в него. Ничего не трогало сердце этого богатого человека. Сейчас он понял, идут тем путем и братья. Во грехах. И сами придут сюда. Сами придут сюда. Дорогие друзья, никто не будет извинителем пред Господом, потому что мониторинг, если говорить словами современными, жизни человеческой таков, что не скроется каждая секунда человека. Каждая секунда. Если Господь не покроет эти грехи, если будут смыты кровью святою, и ничего, никакие адвокаты, никто не может, он ничего не мог сказать в свое оправдание. Он просил только, что этот путь моих братьев приведет сюда. Какая страшная сила греха. Какое откровение. Жил человек, не думал, куда он пришел. Открылись жизни. Человек рождается в этот мир, находясь в лоне материнском. В болезни, в муках.
рождения, потому что очень часто бывают родовые травмы у детей. Мать испытывает боли, и ребенок испытывает боли. Он вошел в этот мир. Его в лоно исторгает. Прошло свое время, он там побыл, исторгнуло. Иди в этот мир. Трудности воспитания, трудности роста, потом вырастает человек. И кратенько, сколько уже кому Господь уделил? 25, 60, как мы поем песни. Или же по границе 70, или более 80 лет. Он проживает и снова пройти долину смертной тени. Снова перейти. И вот здесь-то открывается. Кто встретит, мои дорогие друзья? Ангелы? Небо встретит? Или откроется и ты своим путем, тот, который шел, окончил и открылось, куда пришел? Сила греха страшная, ужасная. Мои дорогие друзья, братья и сестры, Христос в своей жизни, когда был на служении, он очень часто, такие, сколько было примеров, он показывал людям. Смотрите, вспомним мы женщину, которая была взята при любодении. Привели пред него с камнями. Побьют сейчас, закончится жизнь. Мы не можем вникнуть в то, что ощущала эта женщина. И то мы только что, времени сокращая, знаем. Женщина, никто не осудил тебя. И я не осуждаю. Иди. И впредь не греши. Вот грех тебя привел, что ты только что заступничество Господа, премудрость, которая сами ничего не смогли сделать перед ним, они с совестью обличаем пошли, своя какая жизнь поднять, спасла ее, только иди и впредь, не греши на путстве. А второй случай такой еще был из жизни исцеления, как говорится, это мы все место, это Священное Писание, когда в купальне вечи. Христос не ходил на большие там конференции, большие дома, но он шел туда, где страждущие. Там не написано только за один случай, но Слово Божие, если все описывать, не хватило в всем мире книг. Там очень было больных, хотите знать, сколько больных исцелил Господь в то время, сколько им помог. И я тоже хочу. Удостоимся вечности, мы будем знать. Наше любопытство будет во многим вопросам удовлетворено. И вот подходит к тому человеку, именно который 38 лет болезни. Смотрите, поражает одно. Он говорит Христу, конечно, хочу, чтобы быть здоровым, исцеленным, но прежде чем я бессилен, достанусь, уже другой входит. И ожидает, там не сказано, когда, сколько раз, через какое время, но ангел придет, возмутит воду. Он снова ждал. Это огромнейший срок, 38 лет ожидать. Дорогие братья и сестры, настойчивость. Нас тоже мы что-то должны почерпнуть из этого. Почерпнуть иногда мы вообще, но он снова. И пришло время, когда пришел Христос. Но это воздвиг свою постель, иди, он ушел. Но на этом не заканчивается история. В храме встречается, смотрите, он уже в храме. Когда женщина сказала, иди, иди, предних греши, она была сразу же. Это надо было говорить, когда она в страхе и трепете, только что жизнь могла окончиться. Но здесь он еще был, как говорится, охвачен эмоциями того, что он может ходить. Тут к нему прицепились фарисеи уже. И началось дальше. Смотрите, дорогие друзья. Но он нашел ее, Христос, в храме. Нашел человека, он знал сердце этого человека. Хорошо, что в храме. Благодарит Господа, в храме идут, чтобы помолиться. И он там стоял в храме. Подходит, говорит, здоров. Ты выздоровел? Дальше что? Не греши, чтобы не было с тем, чему хуже с тобой. Такой прекрасный, мудрый и вовремя совет. В то время, когда он увидел, как быть хорошо здоровым, Христос говорит, чтобы не случилось чего хуже. Что может быть еще хуже участи? Когда попал богатый ад. Там говорится, что нету, не можешь ты чего, уже все. Невозможно возвратить. Вот в чем важно, дорогие друзья, на путях наших находясь. Помнить, не забывать, что мы можем совершить непоправимую ошибку, заигрывать с грехом. Очень часто наши люди, вы знаете, сам я буду вам указывать, сколько случаев, они попадают в финансовые проблемы, попадают с властью. Они попадают в уголовные дела. И даже не однажды играют с грехом. Братья и сестры, в последнее время хор нас призывал. Думайте, люди,
Думайте немножко, что, как окончится твоя жизнь, к чему ты придешь, где окажется твоя, кто возьмет тебя, ангелы или вечность, ужаснейшая вечность. Некто сказал, один из великих, пораженный этой ситуацией, когда вник, что ведь невозможно ничего не возвратить, он сказал так: лучше я на земле буду просить хлеба, чем несколько капель воды в аде. Возможно, это чуть-чуть, как говорится, перебор. Ведь можно человеку трудиться и другим праздновать. Но пораженный человек тем, что он может, говорится, трудно богатым войти в Царствие Небесное. Очень трудно. Но богатый не видел его, не видел несчастного Лазаря. Ведь он мог бы воспользоваться тем, что блаженны кто? Милосердные. Ибо они помилованы были. Могла быть милость. Но неужели ни раз не видел ты, что как страдает этот человек? Перерезать раны его, псы, животные, они были в участии, они лизали раны его, ибо слюна, она антисептическим действием воздействует. Облегчали страдания. А ты там увидел уже, когда он узнал его сразу же, потому что самого прижало в ситуации. Дорогие друзья, лучше мы здесь будем, говорит, хлеб здесь, чем просить там. И видеть тех Лазарей, которые, может быть, на нашем пути, мы их не замечаем. Это может различно, это Лазарь, может быть, события соответствующие. Это может быть проблемы некоторые, которые мы считаемся, что они нас постигли, как говорится, случайно, внезапно. Нет, дорогие друзья. Думайте, люди, вникайте в Слово Божие. Я хочу прочитать одно место Священного Писания еще для нас всех. Второе Коринфянам 5:1-3. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, вот она разрушилась для одного и для другого, мы имеем от Бога». 2 Коринфянам 5 глава 1:3. Откройте, пожалуйста. «Мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. От того мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нами одетым не оказаться нагими». Смотрите, дорогие друзья, имеем дом, только уже одетым не оказаться нагими. А ведь так было. Пришел на брачный пир, друг мой, как ты попал сюда? Моя одежда лучше. Я прав. Если, очень часто люди, если он, Иван будет в царстве, то я дважды буду. О, нет, дорогой мой друг. Себя. Один ты пройдешь этот путь в долину смертной тени, один предстанешь и ответишь за все. Не за Ивана. Что же делать? Давайте я хочу прочитать дальше. Ефесянам, откройте. 4:22 и 24 стих. 4 глава Ефесянам. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Отложить. А обновиться духом ума вашего. И облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему отвернул ложь. И далее я уже не буду читать. Я начал этот стих. Дома мы прочитаем 4, 5, 6 главы. А там все расставлено в вехи для христианина. Чего остерегаться? Как проверяться? Прочитаем мы эти места священным. Да, больше ничего не надо. Там указание это разработано. Апостол Павел под вдохновением Духа Святого дал там здесь. И для семейных событий, и для других, как говорится, отношений. Есть там все. Мы имеем чудесное Слово Божье, чтобы не заблудиться на этом пути, не казаться, как тот, как этот самый богач в своем конце пути в ужасе, ничего его оправдания даже не имеющий сказать. Мой дорогой друг, Христос в одно время плакал, смотря на Иерусалим. Он сказал: «О, если бы ты, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз в другом месте священно хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Братья и сестры, мы были все в деревнях, помним, как это маленькие птички есть. Чуть где-то тень пролетела какая-то, они уже быстренько из своих мест, где бы не заливать травки, под маму, туда. Если тучка нашла, тоже укрывается. Брат мой и сестра, в жизни, да, бывает скорби, бывают печали, но есть наш Господь. Под крылья, о, если бы вы не захотели. Господь нежно говорит, собрать. Другие друзья, братья и сестры,
Писатель написал такой стих, песню. «Все равно я дойду, хоть порой тяжело, путь печали, нужды и потерь, там иначе тепло, там иначе светло, уж немного осталось теперь. Со Христом я дойду, все равно я дойду, чтоб предстать пред Отцом в небесах. Сколько силы мне нужно еще впереди, чтоб предстать пред Отцом в небесах. Да даст Господь нам силы помнить об этом. Да благословит вас всех Господь. Аминь».